Нельзя это терпеть. Сара в порядке, босс. Я был с ней. Она работала здесь, когда еще была ребенком. Своей дочери у меня нет, Том. Я на все готов ради этой девочки. Я тоже. И все мы. Точно, босс. Все ради Луиджи и Сары. Я не понял, им здесь сраный лунопарк или что? Да я их голыми руками разорву. Мы даем людям защиту. Но кто станет нам платить, если узнает, что мы даже наших близких не можем уберечь? Так что нам нужно делать? Научите их уму-разуму. Переломайте им каждую косточку, сделайте инвалидами. Разукрасьте их рожи так, чтобы родная мать не могла взглянуть без крика. И где они торчат? Знакомый коп говорит, что надо поискать Чайна-тауне. Большой Биф явно знает. Томми, зайди к Винни и подбери что-нибудь. Встретимся у Бифа. Да, сделаю. Бросьте эту шваль посреди улицы. Все должны уяснить, что таким озверевшим скотам нет места в нашем районе. Будет сделано, босс. Кто-то из них еще может быть на нашей территории? Я проверю, убрались ли они с района, а ты встретишься с Бифом. Доброй охоты. Да, и тебе. Когда закончишь, свиньи, разыщи меня в Чайна-тауне. Понял. Пора разбить пару голов. Неуважение. Что стало с этим городом, Фрэнк? Какие-то типы пристают к Саре на улице. Эй, ты за стволами, Том? Не, у меня все есть. Мы с Поли собираемся надрать зад местной шпане. Не хочу их валить на своей же улице. Дай что-то, чем можно голову разбить. Сэм тут недавно навестил один склад и... На них типа автограф самого Бэйба Рута. Это бред, конечно, но... Бьют, будь здоров. Шпане твоей будет не сладко. Это точно. Спасибо, Винни. Я слыхал, была стычка со шпаной. Парни у дома Сары. Они тебя достают? Пока нет, но, возможно, однажды достанут. Можешь больше о них не беспокоиться. Меньше их на свете не станет, Том. Ты-то сильный и можешь за себя постоять. Ну, а я что? Вот поэтому я здесь. Наконец-то! Пошли, я насквозь промок. Не понимаю, зачем Биф переехал в эту дыру? Да ладно тебе, он же влюбился. Да, потянуло его на азиатку, когда мы накрыли тот шанхайский бордель. Ну, она мне нравится. Это твоя проблема, Том. Слишком деликатничаешь с бабой. Куколка, рад тебя видеть! Убери ее, Биф, мы по делу. Давай наверху, хорошо? Ну так в чем дело? Нужна информация. Тут одни придурки воду мутят.
приставали к дочке Луиджи. Здесь полно шпаны. Есть подробности? Одного хорька звать Билли. С ним какой-то наглый болван и громила с лысой башкой. Ага, знаю таких. Они ошиваются на старой автобазе в квартале отсюда. Иногда приторговывают всяким по мелочи. Поэтому... Тебе и пришли, Бив. Ты знаток в мелочах. За домом перейдите улицу, там их и найдете. Спасибо. До встречи. Эй, Поли, насчет тех денег. Спокойно, мой человек работает над этим. На следующей неделе все будет. Что это было? У тебя с Бифом есть какие-то дела? Мой знакомый должен доставить партию костюмов. Классных, мексиканских. Ты ввозишь костюмы из Мексики? Нет, идиот. Эти костюмы украдены из магазина в центре. А вот портной мексиканец. То есть бывший. Живет он в Холбруке. А Дон об этом знает? Да, да, он в доле. Только держи рот на замке. Я ничего не слышал. Ты узнаешь эту шпану, когда увидишь? Ага. А если нет, нам просто нужно разыскать в Чайнатауне типов, которые похожи на нас. Мы на месте. Я захожу и начинаю всех метелить. Ты делаешь то же. Никакой борьбы. И долго ты его придумывал? Не, это план на любой случай. Лучше зайти в боковую. Говорю, лучше попки я в жизни не видел. Уйду. О, Билли, это же тот самый парень. Сваливаем. Мне тут помощь нужна. Вот почему нас никто не смеет трогать. Я все сделаю быстро. Там пройди. Ладно, понял. Билли, сматываем, живо! Скорей, ну! Я в укрытии.
Бей всех, кто будет бежать! Надо было тебя вчера завалить! У них болит моё дворя! Дробовик, береги свою шкуру! Живо! Скорей! Ну!